голоса громованного бури, рожденного севером, даровавшим мне дыхание низкое. Ищешь моего мужа Назима? Проверь возле пяток ярла. Назим их обычно лижет в это время суток. Добро пожаловать, дитя. Это храм Кинарет. Снаружи ты можешь увидеть златолист, посаженный еще в первые годы после основания Вайтрана. Больно. Последователи Кинарет ощущали его святость и приходили со всех краев, чтобы услышать ветер богини в его ветвях. Конечно, сейчас паломников куда меньше. К востоку отсюда есть тайная роща. Там и растет великое древо. Оно старейшее живое существо в Скайриме, а может быть и во всем Тамриэле. Наше дерево здесь, в городе, выросло из его побега. Через него до сих пор можно ощутить величие родителя. Даже одно из имен его, Злато-древо, отголосок того имени. Помогите! Я думала об этом. Такие деревья не умирают. Они могут лишь заснуть. Думаю, если бы нам раздобыть капельку сока материнского дерева, мы разбудили бы его дитя. Но даже если ты доберешься до великого древа, тебе не пробить его кору. Обычный металл его не возьмет. Если ты хочешь помочь, тебе сперва понадобится что-то, чем можно рассечь кору. Тебе придется сходить к ворожьям. Я слыхала про оружие, которое они сделали, чтобы приносить в жертву сприганов. Оно называется крапивник. Я бы сама пошла за ним, но боюсь ворожей до смерти. Твой дух силен. Дуновение Кинарет направит тебя на истинный путь. Это оружие хранится в логове ворожей у одинокой скалы. Ну что, тебе удалось добыть крапивник у проклятых ворожей? О, я... Честно сказать, я не надеялась, что ты вернешься. Но, конечно же, я очень рада. А теперь... Я не хочу брать эту гадость в руки. Надеюсь, ты меня поймешь. Может быть, ты сделаешь и все остальное? Святилище Великого Древа находится к востоку отсюда. С помощью крапивника ты сможешь добыть немного древесного сока.
Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. А ты еще откуда? Серые гривы в Обливион провалились. Распутались с братьями Бури. То получат по заслугам. Наши слова во славу тебе. Ибо мы такие же, каким был ты. Нравятся луки, а? Я предпочитаю. Будешь в Айтране дурить, я тебя лично в подземелье упрячу. Сок великого древа у тебя? Чудесно. Теперь я верну дереву жизнь. Не знаю даже, как и благодарить тебя за помощь. Нет, да благословит тебя Кинарет.